цверги. 80 на 100 сантиметров холст масла. Когда я писал эту картину, постоянно было ощущение, что я сам нахожусь с цвергами в пещере и с ними же вместе создаю ювелирные изделия. Тем более я в те далекие годы работал ночами, и нормой у меня было трудиться до 6 утра. Только после 6 я ложился спать. Вот такой жесткий был у меня тогда рабочий режим. Цверги, кто не знает, это не просто гномы, это гномы-ювелиры, которые изготавливают волшебные кольца, мечи и даже молнии для богов. Цверги работают с чистым золотом и бриллиантами. У этих сказочных существ и даже части тела бывают необычными. Например, у одних цвергов ступни ног выглядят в виде раздвоенного копыта, а у других в виде гусиных лап с перепонками. За всем процессом наблюдает эльф, зависший почти в самом центре картины. Слева на столе, покрытым бордовым бархатом, лежит большой кусок волшебного стекла. Справа за столом сидит самый лучший мастер, который создает волшебные кольца и камни. Инструменты в его руках, по идее, тоже должны быть волшебными. Краснолицый от пота цверг подвез целую телегу с золотыми самородками. Сколько всего красивого можно изготовить из такого количества золота? Представляете? Сбоку рабочий стол украшен портретом мастера. Та же шляпа, как видите, и борода. Нетрудно представить, насколько значимым должен быть этот цверг, что его портрет вырезан даже на мебели. На среднем плане печь и три цверга-кузнеца, которые изготавливают волшебный меч. Кстати, если внимательно приглядеться, у этих кузнецов ступни как раз в виде гусиных лап с перепонками. Почему я не сделал с копытами? Ну, мне кажется, что с копытами это что-то такое дьявольское, а гусиные лапы... В общем, мне показалось, что лучше гусиные лапы. Поэтому я сделал с гусиными лапами. Ну и на самом дальнем плане в открытую дверь заглядывает еще один гном. Мне понравилась эта легенда, и я решил к выставке в Германии написать вот такую работу. Фотография картины, которую вы видите, сделана с видео. Видео снимали зимой 1995 года на моей выставке в Центральном доме художника на Крымском валу.